Все, наигрались. Так, вектор. Ну а спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xBet. 1xBet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Насчет промокода, который вы видите на экране, данный промокод дает бонус до $520 на первый депозит для новых пользователей. А так что, кому интересно, не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки и промокод будут в описании и в комментариях под этим видео. Вижу. Ох, еле. Блин, я думал, что я тебя сейчас не убью уже. Как будто бы за текстурой противник. Ух. Сейчас можно было и нокаутировать. Давайте туда коктейльчик. Левый пик меня сейчас похоронят. А нет, хрен бы там. Нормально, еле как на самом деле. Вот, ну, разобрались. Так, ну, в принципе, по луту все нормально. Мне единственное, не хватает передника на вектор. То есть нужен какой-нибудь компенсатор. Ой, задник, да, задника не было. Нашли, супер. Какой-нибудь компенсатор. И вообще будет огненно. Ох, сейчас бы, да, разрубил его. Так, нет, не видать. Не видать. А это мотоцикл, я думал, это челик. Не видать. Ну, челик с драгунов лупанул нормально. Сейчас меня может упануть еще. Прикиньте, у него ничего не получится. Я реально убежден. Фиксируйте.
сейчас мне ответ на гранат прилетит, убьет, я охренею. Вот, ну такого быть не должно. Просто снесли его, куда ветром сдуло. Ой, боже. Что это было? Чё-то, кстати, позалетал. Две тычки, окажись, с него попал. Вот, немного, немало, приятно. Я в зону. Какое оружие самое точное? Самое точное GS9, я думаю, если мы говорим о дистанции какой-то средней, ближний. А вообще, на самом деле, да, вот чатики написали, если руки не из жопы, то все. Но тут как бы не то, чтобы руки из жопы. То есть это просто... Тут не про руки из жопы, тут про опыт просто в игре. Не каждый же готов на игру тратить много времени. То есть все в этой игре зависит только от того, сколько вы в нее наиграли. Вот у людей, блин, там какие-то там свои дела, то все. Ядрен батон, там на игру тратить 1000 часов, не все готовы. Вот это не означает, что у них руки и жопы, реально. Ой, капец, у меня окно открыто в комнате, и вот сейчас это окно открыли. Только открыли, я уже замерз, просто ужас. Гребаный мороз на улице. Вот было бы прикольно, если бы на улице было плюс 20 и снег. Это просто бомба. Вот это классно. То есть и комфортно по температуре, и снег. Что думаете? Что думаете, согласны, не согласны? Ваше мнение на этот счет? Здорово, Рувянский, ни разу не видел, как ты играешь в QBZ. Зайдите на канал, напишите в поиске видосиков QBZ, вы найдете много видео. 100%, конечно, я там был еще молод. Вот в этих видосах... Спасибо. Максим, большое спасибо за ваш донат. Руби, ты лучший, спасибо. Сколько максимум было киллов? 25. Сколько тебе лет, с какого ты города? Мне 21 год, изначально с города Джанкой, в данный момент базируюсь в Краснодаре. Ядрен батон, я его услышал, что я сказал, что холодно из-за того, что окно открыто. Прикиньте, пришла и закрыла окно. Что могу сказать? Железобетонно. Вот мы сейчас, возможно, из-за этого выиграем. Это что там? А где водила? Водила, наверное, сам себя сбил или что? Понял. Гады, не убивайте. Хиляемся.
Я помню эту скалу, пипец. Подписчики, когда тимились на холодном оружии на этой карте. А, точнее, на кулаках. Вот на эту гору облепили, помните? А потом говорите, что у меня память хреновая. Ядрен батон, запоминаю самое важное. Там нет зоны, а человечку нужно как-то выдвигаться сюда. Сейчас главное патроны прям супер сильно не тратить, потому что у нас их как бы много, но они очень быстро заканчиваются, реально. Так, сейчас мы на эту горку. Я так понимаю... Один из этих вот двух бегущих ребят. Это челик с горы. Ёп. Что это вообще? Он ничего не понял? Девятки, родные, как вы вообще тут оказались? Спасибо огромное, что вы там оказались. О. Все, сейчас вот выживание. Вот сейчас реально добежать. И все, не добежать, и тоже все. Мансы, танцы. О, это меня сейчас засейвили, кстати. Это пипец. Тоже девятки, супер. Ой-ой-ой. Что-то он скатился, конечно. Так, топ-4, дорогие друзья, надо выигрывать. Если я выиграю, это, может быть, даже залью на канал, не знаю. Но Вектор плюс ВСС налегке, конечно, делаем. Но что, я не виноват, что у меня получается легко убивать противников. Это не моя проблема. Так, это что? Это просто какая-то вмятина. Ну, родной, ну тебе не повезло попросту. Меня могло тут и не быть, и добежал бы, в принципе. О. Броник третьей силы на самом деле. Сейчас он меня очень сильно подсейвил. Мне прям мало урона дали из-за бронежилета.
Вот так ядрить кого-то и стреляй по противникам, у них третий броник, и что ты сделаешь? Подарок. Блин, хреновый подарок. Ой, а он не в зоне. Сейчас его убиваем. Это... Блин, прикол, да? Вот с этого, с вектора все в точку летит, вот остается только навестись. И вот мы там всю обойму промазали. Значит, навестись не всегда так просто, как кажется. Так, один противник. Где ему быть? 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 Собака, если он крысит, я не знаю, что я с ним сделаю. Ладно, риск, вот так. Это был байт на проверку вот этого помещения. Еще один байт на проверку, получается, помещение. Ёлы-палы. Блин, я реально понимаю, что противник, крысит. И вот против крысы... Есть ли прием против крысы? Вот вопрос... Ой, я увидел его, все. Забежал в это вот здание, либо за зданием. Вот же. Смотрите, как делаем. Смотрите. Фиксируем. Топ-1 легчайший. Пав попал видосик напоследок. Я думаю, это можно залить на канал, реально. 1509 урона с девяток. Фиксируем 7 киллов с ВСС, 7 киллов с вектора. Вот, ну и я так понимаю, сколько у меня всего было киллов сейчас? То есть я тут просто в сумме 14, а у нас в катке сколько? А у нас в катке было... 14, да, то есть мы ни одного килла с гранаты не сделали, все с ВСС или с вектора. Не, прикольно. Вот, мне кажется, прикольно.